Мы думали, что, освободив Париж, станем на шаг ближе к дому. Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе, в Ахене. Крауты вцепились в него мертвой хваткой, и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. «Прикончить их всех», — сказал он. Тернер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Слушай, будешь давить на меня и увидишь, что будет. Похоже, понадобится больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Эй, прибавьте темп! Мы должны успеть до ночи! Эй, смотри, что я нашел. От твоей девушки. Я говорил не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниелс, а не Ред. Причина одна, но Дэниелсу. Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Ай, может, это письмо Шрёдингера? Что? Сгорел, что ли? Оставить трёп! В 7:30 атакуем Национальный театр. У каждого есть свой предел. У каждого. Так это или нет, но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Не поднимай голову! Проклятие! Мы убиваем их, а они все прут! Долго мы так площадь не удержим! Артиллерия уже в пути! Говорят, максимум 10 минут! Или 10 часов! Лейтенант, нам срочно на летание! Танки прикрывают фланга! А ну-ка, заткнитесь все и дайте подумать! Сэр, нет времени думать! Так, Дэниел! Стой, Саэла, за Пирсоном! Вызывайте танки! Живо! Ладно, пошли! Держите, сержант! Бэкбук Вай, 2-7, злодею! Мы под обстрелом! Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2! Прием! Вас понял! Но ведь тогда мы откроем фланг! Ну и ладно, главное, шевелитесь уже! Принято! Выполняем! Прием! И поживее! Баки рвут нас на части! Отбой! Ладно, ребята, идем к городскому театру. Поможем первому взводу. Позиция врага неизвестна. Переключаемся на радио и рации. Включаю радио. Грэбсон, мы идем направо и срежем к театру. Вас понял. Выполняю, Берез. Абрамс, Пул, вы остаетесь здесь со вторым взводом. Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделай, Берез. Всем быть начеку. Следите за окнами. Ладно, Грэбсон, пошли. Сейчас мы на их земле. Совсем другой разговор. Если хотят море крови, мы им устроим. У них нет ни шанса. Они так не считают. Панцершреки! Перезаряжаю! Снаряд в казённике! В том квартале пехота фрицев. Слышу стрельбу. Они атакуют наших. Огонь! По сути, Крауту! Наверху! Перезаряжаю!
быстро! Я тебя не вижу! Я вижу собор! Мы почти там! Панцирь! Справа! Справа! Огонь в танке! Люки! Черт! Нет! Нет! Черт! Наружу! Наружу! Нет! Нет! Мы не пройдем этого панкера в лоб! Там подход! Сильно! Подходим! Снаряд отскочил! Танк справа от нас! Отлично! Вражеский танк подбит! Рэпсон, ответь! Рэпсон, слышишь меня? Господи, Рэпсон! Прости! Давай, на холм! Танк, танк! Карта на тигра! Вымоните его! Нам надо ударить сбоку! У нас тут еще один панцирь! Панцирь бьет по нам справа! Мы у него на прицеле! Отъезжаем! Попали! Перезаряжаю! Не пробил броню! Панцирь бьет по нам справа! Тигр справа! Попадайте на прицел! Да, сейчас разобью! Застрел в лобовой броне! Немецкий танк справа! Так его! Танк уничтожен! Нам надо разобраться с тигром! Нельзя уходить, пока не добьем последний танк! Я не вижу даже света! Да, сейчас разобьем!
Принято! Не вижу противника! Ищем его! Уайт-2-7. Рэпсон убит. Остались мы. Скоро будем у вас. Ну же, наши ребята ждут. Едем на холм. Вверх по холму. Спасибо за помощь, сэр. Дэгвуд Уайт, отбой. Ладно, Берез будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш фланг. К отелю Аллендорф пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действую. Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить его. Сержант, найдите их! Берез должен удержать эту позицию. Мы на острие атаки. У тебя что, персонал?
Внимание! Проверьте окна. Враги могут быть в витринах. Что-то не так, слишком тихо. Просто глядим в оба. Спокойно, держитесь укрытие. Пулемет! Уходите с улицы! Прорываемся вперед и ищем разрыв! По лестнице не пойти. На улицу возвращаться нельзя! И нас в виду хлипкая. Дэниел, давай гранатометом. Назад! А еще дымовые есть? Шевелитесь! Подожди, пока буду цели! Усилить натиск! Порядок! Будьте начеку! Вот он, ребята. Последний оплот краутов. Дэниелс, бинокль. Да, сэр. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниелс, что видишь? Небо чистое. Бомбардировщики отработали. Что ты высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель. На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим, обезопасим тылы. Потом к отелю. Стройся! Дэниел, Сусман, вперед! Пошли! Осторожно! В квартирах может быть полно врагов. Или везде, в обоих кварталах. Все чисто! Вперед! Будьте начеку! Дэниелс, нам нужен гранатомет! Берегись обратного удара! Дэниелс, взорви ее! Ничего не вижу! Нам немцы! Палим их! Бросаю гранату! Ложись! Дым рассеивается! Готовьтесь стрелять! Еще враги! Ложись!
Роджерс, вперед! И зачисти следующую комнату! Есть, сэр! Заблокировано! Надо продираться внутрь! Какой тесный проход! Не знаю, пролезу ли. Не стоило налегать на тушенку. О, как смешно. Дэниелс, пошел! Прошу, помогите! Все в порядке? Спасибо. Собираемся здесь. Подкинь еще дымовую. Сюда передай. Лови. Роджерс, вперед и зачисти следующую комнату. Есть, сэр. Блокировано. Надо продираться внутрь. Какой тесный проход. Не знаю, пролезу ли. Не стоило налегать на тушенку. О, как смешно. И как? Все в порядке, спасибо! Крауты везде! Цель вон там. Действуем тихо, пока не ударит. Ладно, пошли. По лестнице вниз. Грузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем. Аела, сними с ручника и рули. Остальные толкаем! Так точно! Дэниелс, нужна помощь! Давай, Дэниелс, толкай! Вот же сука! Ты на вроде в порядке. Немного бензина есть, аккумулятор живой. Надо будет выбираться. Думаю, я смогу его завести. Какой сюрприз! Толкай, студент! Ладно, двинули! Готовьтесь, парни! Дэниелс, еще одна стена. Пробивай. Снесем все стены, да? Осторожно. Вперед! Не стойте! Надо зачистить ход. Сусман, направо. Аела, налево со мной. Стой, Дирсон, второй этаж. Так точно? Есть. Они заняли оборону главной лестницы. На дальнем конце. Пулеметы на лестнице. Атакуем команда. Они по всему дому! Швыряю гранату! Кидаю дымовую гранату! Вы там сюда, на чертову все, Дэниелс!
надо зачистить пространство. Проберись к заднему коридору внизу, Дэниел! Полетела граната! Это все. Всех к черному! Второй взвод работает наверху. Нам надо зачистить подвал. За мной! У меня аптечка. Лови! Держитесь рядом. Эй, Стайлз. Я нашел для тебя подходящее укрытие. Отвали. Хватит! Дэниелс, дверь! Свет. Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да, сэр. Ты, наверное, голодна. На, возьми. Нормально, нормально. Мы вас не обидим. Не обидим. Нет еды. Моя сестра, пожалуйста, помогите. Нет, нет, подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Их всего двое. Сэр, взгляните сюда. А, великолепно. Черт. Возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов, пригоним его сюда и всех вывезем. При всем уважении, наша задача захватить отель. Я не говорю по-немецки. Знаешь немецкий? И какого черта ты об этом молчал? Такого. Ладно, мы забираем этих людей. Дэниелс, Аелла, берите грузовик, встречаемся у западного крыла отеля. Шевелитесь. Интересно, что еще вы скрываете, Гер Цусман? Будьте снисходительны. Не в этой жизни, рядовой. Не в этой жизни. Остались только мы с тобой, Дэниелс. Что же Цусман не сказал, что знает язык краутов? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Поверить не могу. Заботимся о кучке краутов. У них там ребенок и старики. Всех не спасешь. Они гражданские. Отправим их в тыл. Вот что мы сделаем. Так, минутку. Надо завести эту крошку. Ладно, мы тебя прикроем. Заводи его! Немцы!
Вперед, вперед! Сэр, нам пора! Подкрепление скоро прибудет! Она? Погоди, ты куда? Что она говорит? Думает, что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я схожу. Не разрешаю! У тебя 2 минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр. Возвращайся мигом. Так точно. Черт! Шайся! Черт! Анна! Надо найти Анну. Анна! Она должна быть где-то здесь. Ау! Анна, ты где? Надеюсь, она не пошла наверх. Эй, привет. Пойдем к твоей сестре. Сюда. Все хорошо. Не бойся. Kein Anzeichen von Feinden. Wir sind nicht allein. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Schon. Kaspar! Nein, Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden!
Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Ты молодец. Мы почти выбрались. Теперь Эрика. Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко. Ну, съехалась. Мы справимся. Откуда они все лезут? Не туда. Надо двигаться дальше. А то съем своих печень. Ты не пострадаешь. Мы почти выбрались. Здесь никак не пройти. Черт! Стой! Не стреляй! Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко. Ну, съехалась. Ты молодец! Потерпи еще чуть-чуть! Куда они все лезут? Надо двигаться дальше. Мы почти выбрались! Не волнуйся. Справимся. А, туда не пройти. Я здесь. Все хорошо. Я с тобой. Дэниэлс, надо скорее выбираться отсюда! Неси ее к грузовику, мы прикроем! Да, сэр! Пора уходить! Это же Дэниэлс! Дэниэлс, иди сюда! Анна! Спасибо! Мама сказала, что я должен быть о Каспаре. Они не вернутся. Отсюда они доберутся сами, идем! Мы их сопровождаем и точка! Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Рядовой Цусман, зачищаем улицу. Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопаснее. А если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Касарин. Превосходство у нас. Сажайте в грузовик. Это твоя затея. Занять позицию! Сэр, мне нужны патроны. В саду чисто. Все чисто. Все целы. Все на месте. Дэниэлс, узнай, кто из них водит грузовик. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhagen. Ja, ich kann fahren. Поехали. Берегись! Грузовик подбили! Она умерла! Вперед! Живо!
Ты что творишь? Выполняем приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй, мы не можем ей помочь! Мы взяли Ахен, открыли западный коридор к Рейну. Но пропасть между Тёрнером и Пирсоном лишь увеличилась. И на кону оказались не только наши жизни —